Каждый день сотни барыг и покупателей совершают между собой нелегальные сделки. Сегодня в мои руки попал пароль от склада клана барыг, где хранится куча предметов для дальнейшего сбыта на черном рынке. Моя задача на сегодня — тайно проследить за участниками клана и наказать их по всей строгости. Скачивай Аризону по ссылке в описании на телефон или компьютер и играй вместе со мной. И не забудь подписаться на канал, мы идем к 500 тысячам подписчиков. Буквально только что мне в ВК в личку написал мой подписчик. Ответь! Как только я понял, о чем речь, я тут же включил запись. Привет, Ромеро! Я общаюсь с игроком на сервере, который является барыгой. У него есть склад и подельник, с которым он работает и продает верты и аксы за реальные деньги на сайте. У меня есть доступ к его складу. Короче, я пароль знаю от него. Барыга — это мой друг, бывший. Мы общались, все было норм, пока он не начал продавать верты и украл у меня мои аксы, чтобы их потом продать. Короче говоря, он кинул меня и не отдает аксы. Я хочу сделать благое дело и наказать его заодно. Я готов бесплатно тебе отдать пароль от склада. Только скажи, интересно тебе это или нет? Ау, ты тут? Ответь! Напишем ему: привет, я тут. Мне интересно твое предложение. О, ответил! Короче, смотри, я дам пароль, а дальше делай, что хочешь. Но только, пожалуйста, накажи его. Проследи за ним. Он по-любому спалится на продаже. Хорошо, я понял. Пароль от склада 52-52-52-52-52-53. Склад, по-моему, 8. Номер 18. Сделай все красиво, как ты умеешь. Только аккуратно, он сейчас в игре. Я уже зашел на сервер, и теперь моя задача — найти тот самый склад. Прописываем GPS, складские помещения. И вроде бы он мне сказал, что склад номер 8, точнее, складское помещение номер 8, находится оно вот здесь. Вот то самое складское помещение, в котором находится склад барыги, как мне сказал подписчик. И, кстати, здесь рядом стоит какой-то гелик, возможно, внутри кто-то есть. На всякий случай пропишу команду inv. Теперь меня, если что, не будет видно на радаре. И заходим внутрь. И да, ребят, здесь кто-то реально есть. Включил админский ВХ, и это какой-то легенда Бейб. Ну ладно, нам нужен вроде как 18-й склад. Здесь 49-й. Так, походу, с другой стороны. Погоди, а это, походу, и есть 18-й склад. Я на всякий случай тпхнулся за текстуры, чтобы меня не спалил этот игрок. И, походу, это и есть тот самый барыга. 18-й склад, владелец легенда Бейб. И вот он стоит внутри. Зашел за ним в слежку. У него вот такие вот дорогущие аксессуары. Супер кирка огненная. Энергетический шар. Еще вот этот вот кейс. У него 51 уровень. 294 миллиона на руках. И, видимо, это реально тот самый барыга. Ну да, подписчик ведь мне написал, что он сейчас находится в игре. Все правильно. Так, он задвигался, выходит. Так, он сел в этот гелик, который стоял здесь рядом. То есть это его машина. И уже куда-то едет. Мне вообще очень сильно повезло, что я вот так вот случайно заметил сообщение подписчика. И вот так спонтанно прямо сейчас начал записывать это видео. Так, видимо, он приехал на центральный рынок. Пока что сложно сказать вообще, чем он занимается. Стоял в складе. Возможно, что-то положил туда или взял оттуда. Так, он поднялся на второй этаж рынка. Так, он занимает лавку. Уже занял, точнее. Название лавки 1-1-2-3-1-2-4. Это что, шифр какой-то? И ушел в АФК. Ушел за хлебушком. Блин, я не знаю, рискнуть посмотреть, что он там в лавку выставил или нет. Интересно. Так, я уже на рынке. Надеюсь, он еще в АФК. Да, стоит в АФК. Ладно, была не была. Чекаю, что у него в лавке здесь. Погоди, что? Супер лопата. За 10 долларов за штуку всего. Она стоит, блин, больше 200 миллионов. Еще и с заточкой плюс 12. Так, надо быстро отсюда сваливать, пока он не вышел из АФК. Походу, это для кого-то лежит она здесь. Так, все, он вышел из АФК. Видимо, эта лопата лежит здесь для какого-то покупателя, а он как раз ее продает. Тут, кстати, там стоит какой-то Сэм Милкшейк. Он подошел к лавке. Погоди, что? Он вышел из игры. А этот Сэм Милкшейк, видимо, только что купил эту лопату. Это вообще 13 уровень, 2 миллиона на руках. И да, вот в инвентаре у него супер лопата плюс 12. А вот он ее даже на спину надел. Короче говоря, как я понял, этот игрок сейчас просто купил эту супер лопату за реальные деньги. Иначе другой причины выставлять такой аксессуар за 10 долларов я просто не вижу. Никнейм этого игрока я заскриню, чтобы не забыть. Ну и уже позже выдам наказание. Так, а этот легенда Бейб только что зашел на сервер, перезашел. Это, видимо, его дом. Он сел в свой гелик и уже куда-то едет. Интересно, почему он выбрал именно такую схему продажи за реал? Она ведь очень палевная. В логах сразу видно, что он продает дорогой аксессуар, который стоит 200 плюс миллионов всего за 10 долларов. Да, на рынке никто этого не заметил, но в логах админы легко это увидят. На что он вообще рассчитывает, я не понимаю. Так, он, походу, снова едет на свой склад. Да, все, он здесь, и здесь уже стоит какой-то Порш. Это еще чья тачка? А вон стоит какой-то чел. Артем Чапалах. А это, видимо, какой-то его друг. Чего в Дискорде не берешь? Так заблокировали Дискорд. Уе...
Ага-га-га! В скайпе, короче, будем теперь. Надеюсь, не заблочат его тоже. Так они зашли в склад. Возьми со склада энергошар. У них тут еще энергошар есть. Сейчас срочно надо продать его челу. Ник Егор Шипелевич. Взял. Через лавку на ЦР сделаешь. Как продашь, отпиши. Только сразу. Понял? Сука, че орешь? Понял я все. Какая моя доля с продажи? 10 рублей. Ах, так мало. Его, видимо, что-то не устраивает. Тебе хватит. Все, я погнал. Он офнулся. Так, а этот Артем Чапалах остался закрытым в складе. А, нет, он его открыл. Он, видимо, знает тоже пароль. Так, а это что, его Порш? А, погоди, это арендованная машина. Так, он ушел в АФК. В общем, как я понял, этот Артем Чапалах — это подельник этого барыги. И он выполняет его какие-то требования за определенный процент со сделки. Сейчас, как я понял, этому Артему нужно продать энергошар, который он забрал со склада. И покупатель там был какой-то Егор Шипелевич, по-моему. Сейчас посмотрим, в сети этот Егор или нет. Да, вот, Егор Шипелевич. Вроде он, 16 уровень, 574 ID. Да, вот он стоит на рынке на втором этаже. На руках у него 4 миллиона 800 тысяч. И все, 16 уровень, 77 АЗ-шек, больше ничего. А этот Артем как раз подъехал к центральному рынку. И, видимо, бежит на второй этаж. О, вот он подошел к Егору. За мной! Занимает лавку. Блин, жаль, этот Егор уже здесь. Я бы хотел сейчас просто перехватить этот энергошару них и забрать себе. Но, видимо, этот Егор купит его прямо сейчас, сразу, и палиться я не вижу смысла. Все, он выставил на продажу. Егор убегает. Видимо, купил уже. Ник Егора я тоже заскриню, чтобы не забыть. Потом все покупатели будут наказаны вместе с барыгами. Сколько стоит энергошар? Офигеть, он его купил и даже не знает, сколько он стоит. Главного барыги пока что нет в сети, игрок Легенда Бейб не найден, а его подельник сейчас все еще находится на центральном рынке. А значит, наконец-то можно проверить, что лежит в том самом складе. Телепортируемся. Так, и склад, по-моему, где-то здесь. Да, вот он, склад номер 18. Пароль вроде как подписчик мне писал такой. 52, 52, 52, 52, 52, 53. Если я ничего не путаю, все так. Открыть. И да, ребят, склад открылся. Я, если честно, не рассчитывал. Я думал, что они уже поменяли пароль, но нет. Ну что, снова вставляем пароль. Открыть. И, ё-моё, здесь куча ларцов. Даже аксы дорогие есть. Рука бесконечности плюс 13. Вот какой-то скин. Молот Тора плюс 13. Куча смазок и охлаждаек, ресурсы. На второй странице тоже ларцы и куча рулеток. А на третьей еще вот какие-то штуки синие. И самое главное, что здесь еще просто жесть, какие аксы. Две огненные кирки, одна супер кирка. Еще энергошары, это просто жесть. Я даже не знаю, сколько все это вместе стоит. Предлагаю прямо сейчас просто все это отсюда забрать. Вплоть до ларцов, до рулеток. Прям обчистить все под ноль. Забираю просто все, просто каждый слот из этого склада. Все, теперь склад выглядит как-то так, он полностью пустой. Ну а сам я отсюда как можно быстрее ухожу. Так, я снова слежу за Артемом, и он уже куда-то намылился, куда-то едет на скутере. И в целом, что этого Артема, что главного барыгу, можно уже давным-давно банить на 2000 дней. Мы с вами сами все прекрасно видели, чем они промышляют, как они продают аксессуары за реальные деньги. Иначе по-другому я просто это не могу назвать. Буквально пару минут назад этот Артем на наших глазах продал энергошар, судя по всему, точно так же за 10 долларов. Как и тот барыга продавал супер лопату. Кстати, этот Артем приехал в дом к барыге? Да-да-да, он к нему приехал. Так, они сели в машину и куда-то едут. Кстати, я вроде как не смотрел статистику этого Артема. У него 20 уровень, 30 миллионов, судя по всему, на руках. Ну и больше ничего на аккаунте нет. И судя по всему, они едут в сторону склада. Если да, то как они сейчас удивятся, что он вообще полностью пустой? Да, ребят, все так и есть, они приехали на склад. Так, здесь еще какой-то Гонзало Криста. Кто вообще? Кто это? У него мут? Да, ребят, они бегут к складу. Все. Продал? Да. Так, они заходят в склад. А-а-а! Ты чё, охуел? На ты забрал все со склада? В смысле? Я только шар забрал на продажу. Чё, пи***? А где остальное все? Так он, походу, тоже проверяет склад. Бля, я хз, только ты пароль знал. Я не брал ничего, клянусь. Если не ты, то кто? Может, Никита? Бля, да. Про какого Никиту они еще говорят? Может, он. Мне в ВК писал Егор, говорил, что он друг этого барыги. Подельника зовут, ну, я так понимаю, Артем, раз у него ник в игре Артем. Хотя все может быть. Выходит, есть еще какой-то четвертый игрок, которого зовут Никита, и он тоже имеет доступ к этому складу. Там можно лог склада чекать.
чекнуть, кто брал. А, реально, блин, там же можно теперь посмотреть, кто взаимодействовал со складом. Хуго Ромеро, это админ. Откуда он знает пароль? Думаю, самое время сейчас во всем признаться и телепортировать их в админ-зону. Посмотрим, как они заговорят теперь. Телепортируем Чапалаха и Легенду тоже сюда. Вот они вдвоем. АФК офф-бан. Зачем украл все со склада? Думаешь, ты ютубер и тебе можно все? Жди же, Б. Тебя снимут с админки. Ахахахах. Не знаю, почему он так уверен, что меня снимут с админки, а он останется безнаказанным. И что-то Артем у нас вообще молчит, ничего не говорит. Давайте-ка я сейчас этого Легенду зафрижу, а Артема телепортирую к себе поближе, чтобы он ничего не слышал. Это я тебе писал в ВК. Погоди, то есть это был он? А почему он в ВК Егор, а в игре Артем? Короче, все как я и говорил. Ты сам, наверное, видел все. Он продает верты и акции за реальные деньги. Ко мне вообще никакого уважения нет. Я для него просто раб. Ребят, я был уверен все это время, что это какой-то вообще другой чувак, не тот, что мне писал в ВК, но это оказался Егор. Но блин, я вообще-то собирался банить и этого Артема Чапалаха тоже. Он ведь реально продал энергетический шар. По сути, он является подельником и тоже должен быть наказан. Но и в то же время он же и написал мне в личку и сдал самого барыгу. Короче, пока я не знаю, что с ним делать, просто спавню его и вернемся сейчас к барыге. Ну, что расскажешь еще? Что рассказывать? Тебе. Снимут тебя с админки и ютуберки за такое. Да почему он так в этом уверен? То есть то, что было буквально полчаса назад, буквально там 10-15 минут назад, его вообще не смущает? То, что он вот только недавно на моих глазах продавал аксессуар за реальные деньги? Или он думает, что я об этом не знаю? А тебя за продажу за реал не накажут? Какую продажу? Мне все рассказал твой подельник. Предатель ссаный. Можешь банить меня хоть на 2К. Мне все равно. Но ты не имел права забирать все со склада. Так я пароль знал. Откуда? По сути, если я знал пароль от склада, то у меня был легальный доступ к нему. И, соответственно, я легально мог забрать все эти предметы со склада, и мне ничего за это, по идее, не должно быть. Мне твой друг пароль рассказал. Ну, подельник. Отправляем его в бан на 30 дней по причине продажи виртов. Ну а главный админ обязательно перебанит его на 2000 дней. Поскольку продажа виртов является махинациями, это запрещено правилами Аризоны, и за это выдается бан плюс черный список проекта, что его и ждет. Ну а теперь телепортируем Артема Чапалаха. Нужно еще разобраться и с ним. Что будем делать с тобой? А что со мной? Ты ведь участвовал в продаже аксессуаров за реальные деньги, а за это бан 2000 дней. Это да, но я же слил тебе про него все. Это не отменяет твоего нарушения. В общем, ребят, что с ним делать, я пока что не знаю, напишите в комментариях. В общем, ладно, так уж и быть, пока что Артема банить я не буду. Сначала думал заблокировать его всего на 30 дней, смягчить наказание с 2000 до 30. Но думаю, будет лучше, если финальный вердикт скажете вы. Жду ваши комментарии, помиловать Артема Чапалаха или все-таки он заслужил бан.